есть подключение или нет подключения. Пишите, есть у вас сигнал или нет сигнала. Заебал этот Домру, надо отключаться. Короче, это не провайдер, это дно вообще просто. Дно, дно, блядь, всем нам дно. Давайте, давайте, народ, подписывайтесь. Вот здесь. Да, блядь, интернет, говорю, дерьмо вонючее просто, а не интернет. Так, короче, рассказываю. Несколько провайдеров у меня было, обосру сразу, блядь, одного, чтобы нахуй никто с ним никогда не подписывался. Называется Дом.ру, блядь. Нахуй все от него отключаетесь. Вот у кого есть Дом.ру, говорите, идите нахуй с вашим Дом.ру и подключайте себе что-нибудь другое. Ну, к примеру, хотя бы Ростелеком. Не знаю, кому как Ростелеком, блядь, я считаю, самый нормальный провайдер. Вот здесь сейчас я на Дом.ру сижу, он меня просто достал, сука. Мрази просто. При этом они еще звонят, то 3 месяца бесплатно предложат, то, сука, какую-нибудь акцию предложат. Да засуньте его в жопу себе свою акцию. Какая разница, какая акция, если интернет говно, которое постоянно отваливается. Думаю, что RPS Nutrition хуйня. Ростелеком тоже залп. Не, не залп, Ростелеком получше. О, здорово, волосатый. Алена, почему у тебя все обсуждают Липа 6? Я не знаю, почему обсуждают Липа 6. Обычный совершенно же сжигатель. Здорово, старый оскол. Дык, отключайся. Ну тогда сейчас закончится. Мне проплачено просто 2 месяца еще. Остригся, ебать. Вот это какая у вас внимательность, а? Здорово, Барнаул. А, вопрос про рыбу. Тилапия, минтай. Лучше минтай, чем тилапия. Хоть невкусный он. Тилапия, блядь, такая рыба. Не стоит ее кушать. Там много, но очень. Привет из Торонто. Здорово, хоккеисты. Расскажи про Тихомирова. Поз. Поз это что? Про позы с Тихомировым, блядь? У меня никаких поз с Тихомировым нет. Из Ставрополя привет. Привет из Белгорода. Я все пропустил, что там вы писали про Липа 6. Я не писал, Алена, я про него говорил. Говно, говорю. Обычный совершенно жжигатель, ничего особенного. Здорово, здорово, Олечка. Старина, где гармошку купить в Питере? В аптеке. Пойди скажи, Растану мне взвесить, и тебе взвесят, только денег приготовь побольше. Привет, ЕКБ. Как погода у вас там? Про липу писали, что это липа. Типа того, да, все правильно. Вот. Блядь, что-то мы начинали с вами какую-то нормальную тему вещать, блядь, и я забыл. Набор массы на фастфуде 4000 калорий в день. Наберешь массу на пузе, однозначно в боках работают ли пептиды? Нет, не работают. Когда выпуски? После праздников. Переверни экран, не хочу. Все в зале ее жрут. Ну и что, все у вас стройные, худые парни, как все просушенные. Трансляции я же не всегда успеваю смотреть. Они сами удаляются, я их не удаляю. Липа 6 работает. Ну, как-то так, я бы сказал. Варикоз, ног и приседа, что скажешь? Смотря какой варикоз, надо удалять, блядь, эти вены, блядь, лишние, чё, причём здесь приседы, приседы надо делать. Сегодня опять тренинг пропустил. Ну так а что делать, если я болею, блядь? Делать нехуй. Сушку, с чего начать? С того, чтобы сесть на диету. Больше сердечек, ну больше, ну пуляйте же, пуляйте. Ты пюр ешь или норм спортпит? Я ем весь спортпит, потому что у меня дохуя спортпита, у меня просто гора спортпита. Что за человек Тихомиров? Как относишься к экзогенной терапии? Блядь, да что вы доебались с этим Тихомировым, блядь, ко мне? Даже не хочу про него говорить, мне очень неинтересно. Липа работает, проверено. Жопа полная с нервной системой, правда. Я думал, ты про жопу что-то сейчас расскажешь, а ты про нервную систему. Когда болеешь, продолжай ставить тест. Да, но дозировки снижаю. Что ты готов сделать в сердечке? Я могу показать ему нижнюю губу. Нормально? Хагитропин, мастерон и прима. Хорошая тройка. Хагитропин, мастерон и прима. Вот хорошая, если отсюда убрать хагитропин. Стараюсь я про лайки. Давай, Оля, дрочи в экран пальцем. Что скажешь насчет... Ничего не скажу, куда край. Я откуда знаю, блядь. Заходит человек в перископ, если он занимается спортом и знаменит. В нем все время эти ебаные не успел. Про шапку еще спросить. Дрочишь пальцем, да, Олечка? Здорово, Иркутска. Спасибо. Про тайский даже не спрашивайте, не тупите. Пробовал на свай. Нет, такое говно, блядь, в рот пихают, блядь, только нищеброды. Не забудь.
Гучи про шпагу спросить, это точно. Вот сразу видно, блядь, есть люди, которые все время зырят трансляции, есть люди, которые просто говорят, what's up? Where am I? What's happening now? Хаги Тропин, made in Ukraine. Вот, молодец, чувак, соображаешь. Слушала программу на массовый Ричи Пиано. Если да, что скажу. Я уже говорил, Ричи Пиано просто, блядь, неинтересный абсолютно чувак. Просто пиздобол про то, где он учился. Кто учился, Олечка? Олечка, не останавливайся, там с пальцем лучше, а? Давай делай дело своим пальцем. Не отвлекайся. Слава Украине, Украине слава. Сразу видно, Олечка работает, там все в порядке. Просто на утро лицо пиздец как затекло. Тогда че ты пиздишь, блядь? Сало Украине, блядь, точно дайте сало Украине. И газа дайте еще, это зима. Вопрос вечный, где ты учился, все спрашивают. Оля, я говорил уже, в политехе, а потом в Академии управления финансов. Речь пиано типа Сани Шпака. Мне речь-то поздоровее будет. Валер, научи парней качать ноги, а то сверху все вроде ничего. Ноги. Пусть приходит со мной потренироваться, если бабки есть, блядь. Коробков вот тоже, блядь, думал, как бы сделать так, чтобы научиться ноги качать, чтобы они росли. Я говорю, Сань, ты их, наверное, не качаешь. Не, я качаю. Пришел несколько тренировок, со мной ноги потренил, говорит, ебать, я их вообще раньше не качал просто. И Ренат точно так же пару раз со мной ноги качнул, и теперь знает, как ноги качать надо, правильно? Ноги никто не любит качать. Слышали, да, как Фил Хит сказал? Жизнь, говорит, это как день ног, блядь. Все, говорит, пытаются что-то схалявить и пропустить, а вы, говорит, не халявьте и не пропускайте, говорит, соберите, блядь, волю в кулак и идите их тренировать. Так же и жизнь. Все время, блядь, надо бороться. Я знаю, Саня, что растут, блядь. Я показал тебе все, что я умею. И за тут все остальное не очень. Блядь, Алена, слушай, хватит меня соблазнять уже, а? Это становится странно. Слово зад я не могу, я болею все. Сайзен, норм? Нет, не норм, блядь, что за хуйню вы колите? Генотропин, хомотроп, норитропин, сайзен, остальное, это риск. 120 на 50, сел, ну красавчик вообще. Алена, давай трансляцию со своим задом. Блядь, отстаньте, охватит, это моя трансляция, блядь. Что вы с задом Алены-то тут, а? Пляжники ноги не качают. Ноги не качают те, кто не любит их качать. Ленивые говнюки. Надо колоть куриную грудку. Можно ли любить и хотеть одного человека всю жизнь? Честно тебе сказать, можно любить одного человека всю жизнь, но хотеть одного человека всю жизнь практически нереально. Физиология и мозги – это немножко разные вещи. То, что физиологически ты можешь захотеть другого человека лет так через цать после совместной жизни с другим – это нормально. Другой вопрос, позволит ли тебе твоя мораль и твои принципы, блядь, отойти от семейных отношений и сделать какую-нибудь хуйню. Вот. Или ты как-то выкрутишься из этой ситуации. В этом, собственно, и есть сложности. Валера, кто к твоему организму отреагирует, если ты начинаешь вести обычный образ жизни без зала и теста? Как обычно, я худею. Пожалуйста. Если один личность фитнес бодибилдинг, которых ты недолюбишь. Нет, похуй вообще. Тебе позволили? Что позволили? Есть проблемы с позвоночником, икры, да. Что про гуси вы думаешь? Блин, мне не интересен пляжный бодибилдинг вообще. Я, блядь, о нем не думаю. Хочешь усыновить Васипа? Блядь, пиздец. Ну тут еще что-нибудь тупее спроси. Моральные принципы позволили. Что позволили, блядь? Мне сейчас девушка задала вопрос. Я девушке на вопрос ответил, блядь. Мы обо мне сейчас говорим? Спросите у Щукина, как у него дела. Очень просто разгоняется обмен веществ и эндоморфов. Даже никак выступить. Что еще попробовать сделать? Есть проблема с позвоночником? Ответ. Да, есть. Ответил. СББ в пляжнике же не вернутся. Вернутся, перестать тренироваться и вернутся. Температура высокая у тебя. Блять, самое интересное, Алена, что температуры у меня вообще нету. Это
короче, хуево. Это значит, организм нихуя не борется, понимаешь? Поэтому я и начал антибиотики пить. Обычным смертным тоже стоит делать станную тягу, только нужно научиться ее правильно делать. Проблемка с сердцем, если не разгонять сердце. К сожалению, нет, жиросжигатель в любом случае будет на сердце влиять. Только что L-карнитин, но это не жиросжигатель, по сути, это витаминоподобная аминокислота, просто которая переключает немножко жир на энергетический обмен. Другие билдеры меня сглазили? Да нет, зачем меня сглаживать? Алена перестала пальчиком работать. Мне кажется, Алена пальчиками не работала, это Олечка там старалась. Обычным смертным стоит пить пиво. Ну, это точно. Обычным смертным стоит пить пиво. Сидеть дома. И как можно больше всего покупать. Хули разлегся, иди ебашин. Блять, когда я болею, я лежу, понятно? Обижусь и уйду. Алена, на кого? Давай только без ультиматумов тут. Давай поправляйся. Спасибо, Volkswagen Passat. Что скажешь за амилопектин? Скажешь, что не понимаю необходимости пить его. Как-то так. Как-то был. Нет, я не был в Барнауле. А чего ты один дома? Я один дома. Валера, не болей, привет из Казани. Здорово, Казань. Спасибо. Я не хочу болеть тоже. У тебя еще Мерин? Сивый, да? У меня сивый Мерин. Последствия раннего курса у тебя. Борода выросла. Цвет сердечек. Да, все верно. Привет, Чебоксары. Здорово, Чебоксары. Как Денчику Борис? Блять, почему вы спрашиваете, как я к кому-то отношусь? Блять, верите? Нет, мне реально насрать. По надежности мерят только. Да никак я его продал, господи, я же говорил, не был в Чебоксарах. Я все равно не понимаю вопросов. Как к этому относишься? Как к этому относишься? Вы ждете, что я к кому-то, я в носочках, все правильно. К кому-то должен хорошо относиться, а кому-то плохо. Если я людьми этими не интересуюсь, почему я должен к ним как-то относиться? Наш кумир, нам важно твое мнение о людях. Ну так и если вы об этих людях спрашиваете, значит у вас есть свое мнение об этих людях. Все, зачем я вам буду, блядь, еще свое мнение о их выражать? Сколько там, может, тему сменить? Давайте. Погодите, мне жена пишет в Вайбер. Я должен